Депутат Народного совета Евгений Орлов совершил рабочую поездку в город Снежное, чтобы доставить помощь в виде канцелярии для детских учебных заведений. Все необходимые канцелярские принадлежности были доставлены в республику из Московской области гуманитарным батальоном «Новороссия» под чутким руководством Екатерины Губаревой. Школы Российской Федерации собрали гуманитарную помощь в виде канцелярии, тетрадок, ручек, дневников, все то, что необходимо для образовательного процесса. И передали своим коллегам, учащимся школ Донецкой Народной Республики. Замечательная акция, которая дала свои плоды. И вот при усилиях гуманитарного батальона «Новороссия» сегодня часть этого груза доставлена в город Снежное, передана городскому отделу образования. Из-за высокого процента заболеваемости в учебных заведениях города объявлен карантин. Однако, когда образовательный процесс возобновится, ученикам, а главное их родителям, будет приятно узнать, что о них заботятся. Наши слова благодарности безмерны, потому что та помощь, которая оказывается сегодня нашим детям, она просто незаменима. Анна Триксель, Максим Крапивко, Новороссия ТВ.